монитора с узкими рамками и поддержкой G-Sync и FreeSync. На распаковке монитор NPC с артикулом MF240A. В комплекте с ним идет подставка из двух частей, сетевой провод с евровилкой, кабель и руководство пользователя. Это небольшой монитор диагональю 23,8 дюйма в безрамочном исполнении. Располагается он на подставке с прямоугольным основанием и регулируемым углом наклона. Наличие веса крепления позволяет использовать монитор вместе с кронштейном или настенным держателем. Full HD матрица выполнена по технологии IPS и обладает яркостью 250 кандел на квадратный метр. Отклик не слишком быстрый. 5 миллисекунд. Частота обновления выше средней – 75 Гц. Плюс здесь есть поддержка технологий FreeSync от AMD и G-Sync от NVIDIA. Для снижения усталости глаз здесь предусмотрено аппаратное подавление интенсивности синего света и компенсация мерцания. На нижний торец корпуса вынесены кнопки для навигации по меню. Сзади находятся разъемы DisplayPort, HDMI и VGA, а также выход на наушники и вход для кабеля питания. Встроенная акустика представлена двумя трехватными динамиками. Этот монитор подойдет для широкого спектра рабочих и повседневных задач.